не прошли около половины детских оздоровительных лагерей. Почти тонну яблок неизвестного происхождения пришлось пустить под пресс. Фрукты были обнаружены в ходе проверки специалистами Россельхознадзора и Самарской таможни одного из крупных супермаркетов на улице Дыбенко в Самаре. На упаковках были переклеены этикетки. По декларациям о соответствии была написана, указана страна происхождения — Сербия. По счетам, фактурам, по товарно-транспортным накладным была указана страна — Эквадор. Номер таможенной декларации является фальсифицированным. В итоге точно определить, откуда были привезены фрукты, невозможно. Согласно закону, всю продукцию, на которую были предоставлены фальсифицированные документы и по которым невозможно определить ни страну происхождения, ни сорт, ни качество и безопасность, необходимо уничтожать. Яблоки утилизировали прямо на территории супермаркета. В дальнейшем